нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первом сданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. 1, 2, 3. Александр выходит из биоробота, становится рядом. Если в его биороботе находятся еще чужеродные голограммы, копии, подключки, артефакты, все это выходит сейчас и становится рядом. Голограмма у него. Голограмма. Хорошо. Так, и берем голограмму в сетку, защищаем защитным потоком чистых энергий Абсолюта, его биоробот. Берем Александра в защитный скафандр на время работы и вместе с тонкой копией Александра поднимайся в комнату диагностики. Я на месте. Хорошо, отправляем голограмму в клетку. И мы приветствуем Александра, интересуемся, готов ли он к диагностике. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Да, он доверит. Хорошо, и я даю команду. Значит, 3, сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Александра. 2, 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Александра. Находит все. У него страх какой-то, он боится их. Кого он боится? Интерферентов. Он устал от них. В общем, у него сидит демон. Какой? Суккуб. Хорошо. Сейчас, подожди. Считай цифры над головой. 18. О, дальше. Суккуб. Дракон с голограммой. Какой дракон? Красный. Одна голова? У него 3 головы. Оу. Хорошо, дальше. Арахноид. Арахноид. Понятно. И, Александр, а кто из этих присутствующих вам больше всего досаждал? Скажите мне. Кто вам самую большую боль принес? Посмотрите на них. Они вам уже не могут принести никакой боли. Сейчас они стоят и думают, чтобы им никто боль не принес. У него что-то с суккубом связано из детства. Так, суккуб, сколько ты находился в этом биополе? Вот этот конкретный 5 лет сидит. Он говорит, что были другие до меня. А сколько было общее количество лет, которые сидели до тебя? Наверняка ты знаешь. Период полового созревания зашел первый. 13-14 лет, да? Понятно. Раньше. Раньше даже, 12. Вот так вот. 6. 6 лет. Же такое бывает? Я даже не знал. Так рано? 6 лет? Кто ж там созревает? Хотя кто его знает? Ладно, хорошо, понятно. Интересоваться начинает ребенок различием. Да, это верно. Полов. Согласен, согласен. Я сейчас... Когда могу... родители не... Правильно реагирует. Он замыкается. А родители неправильно здесь реагировали, да? Или это ты для общих сказал? Я не могу рассказывать точную ситуацию. Меня там не было. Но определенную травму он получил. Понятно, согласен. Хорошо, ты можешь говорить только то, что ты видел и знаешь. Я обращаюсь к демону. Подожди, стоп. Я сейчас объясняю ситуацию всем присутствующим. Вы обнаружены, сейчас происходит чистка Александра. Мы здесь находимся по его воле и излиянию. Он изъявил желание освободиться от всех интерферентов. Сейчас начнется реверс энергии. Мы отдадим всю темную, заберем всю светлую энергию. После этого я дам каждому команду выйти из клетки и вытащить все, что он оставил в биороботе. После этого я провожу проверку. 2 миллиона герц. Кто проверку пройдет, уходит домой. Кто не проходит проверку, тот сгорает автоматически 2 миллионами герц в клетке, если он меня обманет или будет саботировать. У меня есть любые меры влияния на каждого из вас. Поэтому не пытайтесь меня обманывать и выполняйте мои команды. Тогда все будет с вами нормально. Все, кто будет мешать, будут наказаны автоматически. Всем понятно? Да. И я даю команду тонкой копии Александра.
спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, и сущности каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных послеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Александру, энергии страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Хорошо, переходим к демону. Усиливаем потоки в 50 раз. Демон, как долго ты находишься в этом биополе и почему ты здесь находишься? 3 года сидит демон. Угу. На что зашел? Подавляет себя, непринятие себя, плюс много усталости. А что это за усталость такая? Физическая или какая? Или духовная? Физическая. Физическая усталость. А, да, он занимается спортом, действительно. Это верно. Значит, ты 3 года назад зашел в него. До тебя были демоны в нем? Глядя на него, были. Понятно. Хорошо, объясни мне тогда, пожалуйста, ситуацию, когда ты в него вошел. Что тебе так понравилось в нем? Какая чистота тебя так притянула? Он сам себя ломает. То есть... Почему бы не помочь человеку? Своей физической усталостью он снимает моральную травму. Ну так это ж в принципе... Да, это неприятие себя. Согласен. Хорошо. Здесь, конечно, все понятно. Хорошо. Реверс идет, Вера? Реверс закончился. Хорошо, устанавливается фильтр золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Александр забирает всю чистую и светлую божественную энергию обратно. Пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Александр себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Хорошо, дракон, 3 головы. Какие цифры, считай, пожалуйста, Вера? 3086, самая большая. Угу. 721 и 315. 315, самая молодая. Значит, я полагаю, я сейчас разговариваю со старшей головой. Дракон, скажи мне, почему ты здесь находишься и как долго ты здесь находишься? Какая причина твоего визита сюда? Кроме воспитания молодой головы. Это можешь уже не рассказывать. 5 лет. 5 лет. Покажи ситуацию, когда ты вошел. Поиск у него начался какой-то. Поиск. Духовный поиск у него начался. И ты ему начал помогать, в кавычках, да? Показывать картинки. Как ты к нему вошел? Кем ты представился? Голограмму поставил. Ну, это понятно, я ее видел. Ты мне скажи, как ты ему представился, когда ты входил? Кем ты был? Девушкой? Святым? Нет, ангелом? Помощником. Помощником? А, куратором? Ты куратором стал или как? Каким Казалось, что покажу правильный путь. Угу. И что было? Открою двери. Открыл? Сделал голограмму. И закрыл от всех. Понятно. Скажи мне, пожалуйста, дракон. Я знаю, Александр уже кто-то до нас чистил. Я понимаю, они чистили твою голограмму, да? Пощекотали меня. Ну, понятно. Ой, люди, что тут скажешь? Чистят голограммы, а здесь сидит 6 лет, второй сидит 5 лет, и ни один, никто ничего не нашел. Вот такие знания у людей, к сожалению, сейчас. Результат не удивляет. Конечно, для дракона это была легкая игра. Я полагаю, все хорошо. Реверс закончился, Вера? Да. Хорошо. Так, арахноид, последний вопрос тебе. Как долго ты находился в этом биополе? Он мне показывает эту каску. Хоккейную, да. Вижу. Шлем. Сколько он ее одевает, столько арахноид там. Так он с 7 лет играет в хоккей. Ты с 7 лет там сидишь? Там такая каша должна быть в голове от тебя, арахноид. Он вырос с ним. Хорошо, так, все, переходим к процедуре вытаскивания, все, что оставили. Скажи мне, демон, ты выращивал там лярвы. Есть там лярвы? Есть.
И ты, наверное, хочешь попросить меня их получить, да? На сердце у него лярва. Хочешь ее? Хочу. Хорошо, значит, тогда сделаем следующее. Выходишь сейчас, достаешь все, что ты оставил в его биополе, и докладываешь, а потом я дам тебе команду отдельную. Приступай. Он снялся рукой с ног. Хорошо, демон все вытащил, да? Да. И хорошо, демон, я тебе разрешаю сейчас снять лярвы. Снимай со всего тела, где они есть, ничего не оставляй. Тут это не все долгожители. Демоны сидели с детства, суккубы сидели с 6 лет, арахноид с 7 лет. У него что-то не переключилось вовремя. У кого? Александра. А в плане не переключилось? Какая-то ситуация не проработана. Хорошо, мы будем все равно разговаривать сегодня с куратором, все узнаем. Что там выключилось? Демон забрал. Хорошо, так, я прошу суккуба сейчас выйти, снять все свои ленточки, все свои ошейники, все, что он оставил в его биополе, корсеты, и вернуться в клетку. Приступай. Вера, считай, пожалуйста, энергию и вибрацию Александра на настоящий момент. Сколько у нее энергии? 70. И какая частота вибрации? 13 герц, а демону 18. Он себя очень даже уютно должен там чувствовать. Хотя такими усилиями понижения вибраций тут достигнуть. Суккуб снял. Хорошо, все. Так, я обращаюсь к дракону. Дракон, пожалуйста, выходи, вытаскивай все, что ты оставил в его биополе. Ничего не забывай. У него голограмма подключена. Голограмма подключена. Так. У меня есть там еще вопрос. Там осталось голограмму, пусть тогда она пусть остается на месте, где стоит. Пусть отключает все, мы потом от голограммы выстроим канал, если там осталось что-то от его энергии или души. Ты воровал энергии души, дракон? Нет, он воровал его энергии. Просто энергии. Души не трогал. В этом нет ничего? Ну, мы сейчас проверим по-любому. Пусть вытаскивает все. Отключает, а мы проверим. У него вся голова в чипах, проводах. Дракон, а чего ты добивался этими чипами и проводами в голове? Какую реакцию это вызывало? Платье подключено, а не к его. Платье подключили? А, к платье. Понял, платье. А, ну и он сам к этой платье был подключен. Дракон забирал у него энергию полностью. Себя впитал. Ну, как звено поставил промежуточное между собой и им. Понятно. Щекотали его. Хорошо, арахноид, я прошу тебя сейчас выйти и вытащить все, что ты оставил в его биополе. Отсасывай всю жидкость, всю паутину, все вытаскивай. Ничего не забывай, чтобы пройти проверку. Я предупредил всех. Кто проверку не пройдет, может сгореть в клетке. У него много паутины вокруг головы. Он вырос с ним. Рахной, ты вообще был когда-нибудь в космосе? Ты всю жизнь прожил в этом в человеке, ты вообще ничего не видел. Вот сейчас у тебя будет шанс. Отправляйся в путешествие какое-нибудь астральное, я знаю, там мир посмотри, вселенной, галактики. Но у матрицы Земли тебе точно нечего делать. Люди осознанные становятся, просыпаются. Он показывает, как его спустили. Большой такой арахноид, его отпускает вниз. Ну, если он с детства пришел... На ребенка. На ребенка, конечно. Это ребенок был только. Ну, это мама его была, это понятно. Непонятно просто... Ну, а 7 лет, ну, в доме у него. Только там, может быть, где он был. Веселая компания, конечно. Он забрался. Так, у нас все сняли, да? А, да, только вот с голограммой он еще подключен. Хорошо, и я сейчас даю команду, если... В этой голограмме находится энергия Александра. Я выстраиваю канал на счет 3, 1, 2, 3 голограмме. И мы забираем всю чистую, светлую, божественную энергию, которая в голограмме на частоте ДНК Александра находится. 1, 2, 3. Пошла энергия, если таковая есть. Возвращаем все свое себе назад. Энергия есть. Она через подключки возвращается. Усиливаем потоки. Энергия – это радость, счастье.
И все это забрала голограмма. Дракон. Ой, дракон. Что? Хорошо. И я подхожу к Александру, кладу руки на плечи и мощнейшим ударом сжигая все каналы. Импульс. Один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы к интерферентам. Готово. Открывается портал в галактическое ядро, и все остатки канала улетают в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. И я даю команду на рассинхронизацию энергии Александра с энергией демона, суккуба, дракона красного и арахноида на счет 3. Рассинхронизация заканчивается автоматически. Готово. Понятно. Хорошо. Так, и я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Александра, находит остаточные энергии, микронные частицы уничтожаются автоматически, если что-то крупное было забыто в биополе, загорается ярко-красный маячок. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать и делает контрольную проверку. Чисто. Отлично, молодцы, все прошли проверку. Хорошо, будем отпускать. Так, демон, ты готов уходить? Я обращаюсь ко всем присутствующим, больше не приходить в это биополе, оно будет контролироваться. Если я кого-то найду, сейчас будет зачитан манифест, после этих слов, то все будут очень серьезно наказаны. На первый раз я отпускаю вас так, без наказания. Всем понятно? Да, понятно. Найдите себе новое место обитания. Хорошо, демон, ты готов уходить, да? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Суккуб готов уходить? Он кивает. Хорошо, суккуб, ты понимаешь, больше в это тело не пытайся, потому что хоть 6 лет ты сидел, найди себе новое место, а я не думаю, чтобы у тебя были проблемы найти себе новое место обитания. Ты готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. Суккуб уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывая, печатаю, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Тоже касается сейчас и арахноида. Арахноид. Ты больше не приходишь в это тело. Найди себе новое место обитания и не встречайся с нами. Тебе все понятно? Да, понятно. Еще один вопрос, арахноид, перед тем, как тебя отпустить. Ты так очень долго жил. Скажи, у Александра в квартире есть порталы? Он не знает. Не знает. Хорошо, открывается наверху против часовой стрелки портал на частоте арахноида. 1, 2, 3. И он забирает арахноид все, что с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, красный дракон. Я хочу получить от тебя слово красного дракона, что ты в это тело больше не придешь. Даю слово красного дракона. Хорошо, красный дракон. Скажи, ты знаешь, есть ли порталы в квартире? Воронки, движущиеся порталы. Я ими не пользуюсь. Они есть там, я спросил? Я не знаю. Понятно, хорошо. Готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И дракон оставляет все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Он ушел. Закрывай, растворяй, все. Так, у нас в клетке осталась его голограмма, и еще там какие-то энергии были, да, или что там? Или только голограмма? Голограмма. И под ней открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Она улетает в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Все, клетка пустая? Да. Включаем высоковибрационные фиолетовые лучи и вытесняем всю чужеродную остаточную энергию от интерферентов. Каналы мы отстегнули, поехали по частотам. Хорошо. Запускаем процесс активации и идентификации души на счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Что-то, наверное, долго идет, Вера. Он потому что пустой. Вообще пустой. У него, да? Очень красивая оболочка, энергии вроде есть, но свой стержень, он пустой, ему нечего отталкиваться. Вот сейчас, когда энергии в него зашли, они прошли по всем чакрам и разделились на две части, как два овала. И потом снова прошли по всем чакрам. То есть как вот из фонтана из него началось выливаться эти энергии и выстраиваться в какой-то стержень. Вот они закрепляются в чакрах. Интересно.
То есть оболочка у него, ну, красивая, все в порядке, но внутри он пустой был. Хорошо. Теперь полный. Процесс закончился. Да, вот этот стержень чакры, они, ну, как сказать, установились, что ли, одна за другой, связались друг с другом, наполнились. Готово. Мы закончили чистку. У нас остались вопросы. Я сейчас спрашиваю Александра. Александр, как вы себя чувствуете? Ему непривычно. Ну, он никогда, в принципе, не был с такими энергиями. Он внутри себя чувствует полноту какую-то. Наполненность, Наполненность, ну что, стержень есть. Хорошо, Верочка, давай сейчас приглашаем. Делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам куратора или учителя Александра. Куратор или учитель Александра, прошу, придите к нам в комнату диагностики. И еще ему тепло изнутри. Тепло и приятно. Хорошо. Мужчина. Хорошо, снимаются все маски и голограммы. Мы приветствуем куратора или учителя Александра. Представьтесь, пожалуйста, с кем мы имеем честь. Антон. Антон, куратор. Куратор или учитель? Куратор. Куратор. Уважаемый Антон, я приветствую вас. Меня зовут Влад. Это Вера. Рядом стоит ваш подопечный Александр. Мы сегодня проводили его чистку по его воле и излиянию. Он нашел нас. И убрали из него. Вы знаете, кого мы убрали сегодня. И вот у него там 10 осталось вопросов к своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Буду. Благодарю вас. Я тогда начинаю с первого вопроса. Первый вопрос. Кто я и откуда я? С какой планеты или звезды? Планета Уран. Уран. Космическая душа. Благодарю вас. С Урана у нас еще никого не было. Хорошо. Я полагаю, вы тоже с Урана, уважаемый Антон? Был рожден там. Понятно. Благодарю вас. Второй вопрос. Почему мне большую часть жизни было плохо с самим собой? С 7 лет до 29. Отвечает или мыслеформы показывают? И то, и то. Он говорит, что всю жизнь он выполнял, то есть Александр выполнял чьи-то чужие желания. Да. И от этого вот это недовольство, которое он не мог высказать, накапливалось в нем годами. Понятно. И достигла критической такой точки за столько лет, за 22 года, конечно. И благодаря тому, что он, ну, как делал то, что хотели другие, он потерял себя полностью. Понятно. Это его злило, что он не знает свою суть. Да, мы заметили, когда заполняли его сегодня энергиями, уважаемый Антон, что у него внутри не было этого стержня, он только сейчас образовался. Вот, и там действительно пустота была внутри. На физическом плане практически пустота. Так и есть, он раздарил самого себя чужим желанием. Я дам ему сегодня энергию Урана. Хорошо, мы дойдем к концу сеанса, тогда вы можете с ним пропустить, активировать энергию. Я перехожу тогда к третьему вопросу, если вы закончили. Продолжай. Какое мое предназначение? Хочу раскрыть его. Насладиться жизнью на планете Земля. Отдать немного энергии Урана. Научиться гармонизировать энергию Урана и матрицы Земли. Сейчас, когда ты знаешь, откуда ты, тебе будет проще двигаться дальше. В то же время это ответственность, которую ты должен принять и жить в мире с самим собой. Твое предназначение ты определишь сам после того, как найдешь мир внутри себя. Я на связи. Всегда рядом. Благодарю вас. Вы закончили? Да.
Он сейчас как раз зачитывал этот манифест, я обратил его внимание на эти слова в этом манифесте, где там стоит «Я беру ответственность за свою жизнь в свои руки». Это является, в принципе, главным в этом манифесте, поэтому если он будет придерживаться этого всего и жить этим манифестом, я думаю, ему не будет трудно открыть в себе энергии Урана и использовать их осознанно в этом мире. Благодарю вас, уважаемый Антон. Я буду переходить к четвертому вопросу, если вы согласны. Согласен. Я чувствую, что я очень силен энергетически, но я не знаю, что я умею. Какие у меня есть таланты и возможности? В каком направлении мне развивать эти таланты? Какая я сила и что я могу? Под вопрос, был ли я магом или целителем в прошлых воплощениях? Если да, то как можно закачать мне эти знания сейчас? Не на Земле. Энергия Урана несет определенные знания. Ты можешь стать прекрасным физиотерапевтом, излучая энергию. Но свой путь ты выберешь сам. Когда найдет покой в своей душе, как вы уже сказали. Когда научится управлять этими энергиями. Этими энергиями гармонизировать и сохранить. Я попрошу не путать физическую силу. Попрошу не путать физическую силу и силу энергии и ума. Осознанности внутри себя. Это две разные вещи. Быть физически сильным и быть энергетически сильным. Энергетическая сила несет в себе ответственность. И пока ты не научишься балансировать эту энергию и укрощать, ты не можешь двигаться и предлагать что-то людям. Вы закончили? Да. Да, у нас говорят, помоги себе, и ты сможешь всем другим тоже помочь. Благодарю вас, уважаемый Антон. Пятый вопрос. Я хочу общаться с моим высшим «Я». Как мне это сделать? Я думаю, что я общаюсь с ним, но мне бы хотелось бы точно знать. Может, знак в теле какой-то, что я к нему подключился? Для начала нужно познакомиться с высшим «Я». Есть определенные практики. Чтобы общаться с Высшим Я, нужно элементарно медитировать или владеть самогипнозом. Если ты этим не владеешь, скорее всего, ты общаешься со своей голограммой. Скорее всего, с голограммой дракона, который 5 лет сидел в его теле. Но это все реально, как он понял. Я на этом месте, если вы позволите, уважаемый Антон, мы встречались уже с сотнями кураторов. Первый раз встречаемся с куратором с Урана. Очень многие кураторы уже отвечали на этот вопрос. И ответ был, в принципе, таким. Установи сначала контакт со мной, с куратором. После этого я тебя научу, как выходить на Высшее Я. Потому что выход на Высшее Я сопряжен с определенными опасностями. Для людей без защиты, без опыта, астрал – опасная вещь. Поэтому я бы хотел обратить на это внимание, хотел бы услышать ваше мнение по этому поводу. Или вы считаете, ему стоит напрямую с Высшим Я общаться? Он уже готов? Или все-таки с куратором? Он может общаться с Высшим Я, но должна быть причина. Высшее Я проходит свою жизнь. Да, Высшее Я своя жизнь, и она очень высшая. И для того есть кураторы и учителя. Конечно. Поэтому все-таки не стоит нас перепрыгивать. Абсолютно верно, Антон. Я обращаюсь к Александру. Александр, установите связь в первую очередь с Антоном. Это вам будет лучше, потому что это вас куратор, он знает все о вас, о вашей жизни, и он для того, чтобы вам здесь помогать. Все остальные вопросы, если у вас к Высшему Я будут, это можно всегда потом получить. Но Высшее Я действительно очень занято, его не стоит отвлекать от его занятий. Там идет уже сказал, познакомиться стоит. Отлично. Хорошо, мы можем даже ему предложить такую услугу. У нас есть... спрашивать вопросы, на которые могу ответить я. Но для этого не стоит беспокоить Высшее Я. Это общее правило. И тут мы переходим к шестому вопросу. Я очень хочу общаться со своим куратором и по возможности обращаться к нему в любой момент. Хочу получать знания от куратора, как мне это сделать. Также мне очень хочется получить знак через тело, что контакт с ним установлен. Здесь я должен подключить тебя к энергии Урана.
Пожалуйста. Она изумрудно-зеленого цвета. Сейчас по твоим чакрам идет твоя родная энергия. Всегда представляй ее, когда думаешь обо мне. Это и будет нашим каналом связи. Отлично. Вы закончили? Да. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Возможно, глупый вопрос, но мне бы хотелось научиться себя омолаживать и исцелять свое физическое тело энергетически на клеточном уровне. Знаю, что так можно. Как это сделать? Какие практики нужно изучать? Для начала нужно принимать себя и свое тело. Без принятия не будет определенной гармонии. А без гармонии никакая практика не поможет. Самое простое – это мысли-формы, которые ты можешь пробовать, представляя золотые нити во всем теле. И что с этими нитями делать? Какая конкретно мысли-форма должна быть? Это относится к каждому органу. Каждому органу нужна разная энергия. Каждый фантон имеет свой цвет. Золотые нити ты можешь использовать против старения кожи. Это большая тема. Я дал только часть, крупинку информации. Благодарю вас. Я думаю, если у вас ты будет... можешь продолжить, да, этот продолжу. Вопрос наедине. Безусловно. Когда будет связь установлена, он получит всю остальную информацию. Благодарю вас, уважаемый Антон. Я могу переходить к следующему вопросу, если вы закончили. Я закончил. Восьмой вопрос. Мне нужна сильная защита. Как мне поддерживать высокий уровень защиты? Есть ли какие-нибудь практики, возможно, с элементами? Ты можешь представлять энергию Урана, которая проходит через все чакры и окутывает тебя в плотное кольцо, не позволяющее проникнуть чужой энергетике. Твоя родная энергия внутри тебя – это и есть твоя самая лучшая защита. Выставляй ее изнутри восьмым фантомом. Благодарю вас. Вы закончили? Да. Девятый вопрос. Какие советы ты мне дашь, куратор? На что обратить внимание? На себя. В принципе, да. Вы уже ответили в самом начале нашей беседы, то, что он исполнял чужие волю. И сейчас, скорее всего, ему придется на себя обратить внимание. Вы это хотели сказать? Да. Благодарю вас. Десятый, последний вопрос. Если я знаю, как помочь человеку, и знаю его истинные причины в том, почему ему плохо, могу ли я свободно об этом говорить? Что поможет этому человеку? Или это все-таки опыт души, и об этом говорить нельзя? Если только человек просит тебя об этом. Это первое правило Вселенной. Не просит, не лезь. Может быть, опыт душа какой-то набирает свой. Он тебя не услышит, если не просит. А, вот как. Я даже может не... отреагировать негативно. Это серьезный аспект, конечно, да. Уважаемый Антон, мы закончили. Больше вопросов Александр не задал. Если вы хотите что-то от себя еще лично добавить, был бы самый лучший момент. Я уже добавил энергии. Замечательно. Уважаемый Антон, у нас есть добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждый куратор, каждый учитель, который к нам приходит, а их сотни уже здесь были, всегда получает от нас какой-то подарок. Это может быть или мыслеформа с Земли, или это может быть какие-то наши продукты, или какие-нибудь вещи, которые вам хотелось бы с собой взять на добрые воспоминания. Есть ли у вас такое желание? Изумруд. Без проблем, Верочка. Каких размеров вы хотите его? Маленький, большой? С ноготь. С ноготь. Отлично, Верочка. И в твоих руках появляется сейчас, материализуется изумруд. Один, два, три. Самый чистый изумруд, который есть на Земле. Граненый, красивый камень. Он у него на ладони. Отлично. Я бы хотел подарить это Александру. Мы так и знали. Пожалуйста, это ваше право. Именно такой цвет.
ты ему можешь нужно представлять. Это уран. Энергия урана. Благодарим вас, Верочка. И в твоих руках появляется наша традиционная корзинка с самыми вкусными ягодами на земле, которые только есть. И это самый чистый экологический, единственный продукт чистый на земле, который остался. Уважаемый Антон, все кураторы всегда с удовольствием берут эту корзинку. Спрашиваю, будет ли у вас желание взять на добрые воспоминания наши витамины, нашу медицину? Странно, но я заберу. Благодарю вас. Благодарим и мы вас. Примите нашу искреннюю энергию благодарности за вашу помощь. Я надеюсь, мы сегодня сделали совместно большое дело и помогли Александру открыть новую дверь в его жизни. Он прислушается к советам кураторам, и ваша встреча с ним очень быстро состоится. Быстрее, чем ты думаешь. Я не удивлюсь. Благодарю вас, Антон. Всего доброго. Я не прощаюсь. Я говорю, до скорых встреч. В жизни всегда встречается несколько раз. Возможно, мы еще увидимся с вами. Желаю вам всего наилучшего. И будем прощаться. Рад был встрече и видеть вас всех. И мы рады были общению с вами. Благодарим за ваш визит и помощь. Прощаемся с вами. Всего доброго. Прощайте. Рассинхронизируйся, Верочка. Антон ушел. Хорошо. Я обращаюсь к Александру. Александр, вы довольны встречей со своим куратором? Вы все поняли? Он благодарит за эту энергию. Замечательно. Изумруд у вас теперь есть в руках, теперь в вашем биополе. Вы знаете, как выглядит энергия. Всегда визуализируйте этот цвет, и все у вас будет нормально. Антон быстро ответит на запрос. И не повторяйте ошибок, никакой агрессии, никаких. Меняйте жизнь. Вы не можете сейчас по-старому жить. Он так, все как... понял. Все понял. Отлично. Все. Вот это я хотел ему сказать. Хорошо, будем возвращать Александра. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Александра в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И отключаемся от объекта и перемещаемся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Я на месте.